Дорогие друзья, чуть больше 2 месяцев назад баскетбольного клуба «Тверь» стартовала акция под названием «Добрый мяч». Главной целью этой акции было найти человека, который мечтает попасть на концерт «Басты», но по объективным причинам не имеет на это возможности. В деревне Новоселки. Это Тверская область, Нелидовский район, за целых 250 километров от города Тверь. Именно в этом населенном пункте живет Данил Ползов. Меня зовут Даниил. Я люблю творчество Басты, оно мне нравится, и я о нем узнал на школьных дискотеках. В некоторых песнях я ловлю очень хороший смысл, который помогает делать свою дальнейшую жизнь лучше. Данила очень интересный молодой человек, доброжелательный, ответственный. Я проживаю в этом доме, и у нас есть хозяйство. У нас есть 3 кошки, собака и корова. Это очень хорошо для деревни, когда есть свое хозяйство. В моем доме проживают мама, бабушка, дедушка, я и наш отчим, и мой младший брат. Нам хорошо живется всем вместе, мы друг друга любим. Ребята много очень делают для деревни, для ее сохранения, для восстановления. Что нас зацепило в этой истории, так это огромное количество волонтерской доброй деятельности, которой занимается Данил. Они вместе с ребятами под руководством своих учителей возрождают местную церковь, они помогают более старшему поколению, они содержат, развивают школьный исторический музей. Шар крутится, вертится, порой путь словно лестница в небеса. Жизнь мелит нас словно мельница, но мне в лучшее верится. Шар крутится, вертится, порой путь словно лестница в небеса. Жизнь мелит нас словно мельница, но мне в лучшее верится. Шар крутится, вертится, порой путь словно лестница в небеса. Жизнь мелит нас словно мельница, но мне в лучшее верится. Колеса крутятся, резина трется. Пусть тот, кто ждет меня, обязательно дождется. Пусть то, о чем мечтаем мы, по-любому сбудется. Дорога стелится, колеса крутятся. Правда с улицы. Эта тема не для программы «Умники и умницы». Эта тема на Первый канал не купится и останется там, где остается улица. Колеса крутятся, резина трется. Пусть тот, кто ждет меня, обязательно дождется. Пусть то, о чем мечтаем мы, по-любому сбудется. Дорога стелится, колеса крутятся. В каждом черновике у
Учитель продолжается в своем ученике. Всю мою жизнь я иду ко дну, всю мою жизнь я искал любовь, чтобы любить одну. Они сказали, нас поздно спасать и поздно лечить. Плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары. Круговорот людей. Ой, мама. Чувства сегодня, эмоции просто зашкаливают, потому что я увидел самого Басту, был на его концерте. Эмоции не передать словами.